Лёш, это последнее видеообращение к тебе. Если ты не понял, твой вызов я принял сразу, дурачок. Мы с тобой подеремся 23 апреля на площадке Blackout на голых кулаках. А мне в этом бою вообще никто не давал шансу. Говорили, вырубят в первом раунде или будут издеваться на все три раунда. А в преддверии поединка еще моряк написал, если ты не вырубишь сушиста, это будет позор. Да, Чибису написал, если ты не вырубишь сушиста, это будет позор. Что имя Чоршанбе переводится как среда. Так что, среда, давай подеремся с тобой в Чоршанбе. Ну и здесь все максимально прямо, это говорит нам о том, что Женя Моряк, ты не прочь встретиться с Чоршанбе на голых кулаках. Ну и также, даже если мы взглянем на комментарии Жени в том же инстаграме, например, вот под постом Fight Nights, то все нам об этом говорит. Организуем бой. Организуем, без проблем. Я тебе пытался объяснить, почему я выложил видео. Ты не воспринимай доброту за слабость. Просто, вот и все. Ты думаешь, ты ударил, и что это поменяло? Ты шел меня ударить, братан. Шел меня ударить. А ты уверен? Ты уверен, что я хотел тебя ударить? Ты в свои глаза можешь посмотреть? Не можешь, а я в твои посмотрел. А, да, конечно, когда ты смотришь в мои глаза, а я в твоих страх вижу, да? Нет, я тебе просто не доверяю. У меня нет поводов тебе доверять. Правильно не доверят мне то, что ты ударил красавчик. Но обычно теперь придется ответить. Я тебе уже ответил. А ты за кого мне ответил? Придется за себя потом ответить. Андрей, к вам вопрос, как к организатору... Фирменный из Спарта. И как ты думаешь, ну, согласится ли моряк вообще? Я об этом думал, ну, просто бессмысленно буду ждать его на улице. Будем лучше здесь драться, если он согласится, конечно. Ну, как по мне, он не согласится. Но с кем бы ты еще вышел бы? Именно... С кем бы ты еще подрался, вот кроме моряка, именно на правде? С кем угодно. Вот прям с кем угодно. Тут ты можешь нарушать правила, которые я постоянно нарушаю. И тут мне никто ничего говорить не будет. Бали не будет. Как все знают, Чоршанбе нарушает правила, а здесь нет правил. Да, здесь правда за нами. Да, не то, что даже правда знаю, понимаешь? Я бы у тебя даже вот, ну, просто спросил, в чем сила. Да, ты понял, в чем. Все, наверное, поняли, это в чем сила. Но именно в этом бою с моряком ты, ну, как ты думаешь, сила в тебе все-таки? Тут без сомнений. Тут никаких сомнений. Я буду ждать его. Только его согласен. А если он не согласится? Ждать ли этот бой где-нибудь в другом месте? Он хочет это сделать? Он хочет подраться с тобой на кулачных? Мало ли, что он хочет. На кулачных тоже будем драться. Вообще без каких-либо проблем.